Ну, естественно, была написана в достаточно депрессивном состоянии, а дописана уже в оптимистическом. Я не верю, что у вас могут быть депрессивные состояния, Татьяна. Вниз по касательной падаем с кручей, проблемы нависли, но кто невезучий, неясно пока, у меня еще есть на бензин. Боль в голове, как фонарь, тускло светит, едва освещая углы моей кухни, рассвет разбудил, с новым днем ты один на один. Где-то посредине нас качает, как на льдине, заметает в их метели, хотели, не хотели. Снова все с нуля начнется, все вокруг перевернется. Сверху море, снизу небо, эх, подал бы руку мне бы кто. Самолет торопиться, ни боли, ни смысла дела. Поспешила забросить, хотела давно и наивно сойти наконец этих рельс. И не пряча под маской глаза и желание безжалостно маркером красным черкнуть, и ты знаешь, осталось-то времени жизни в обрез. Среди всех пассажиров себя узнаю по гитаре, тебя тоже вижу и что-то кричу, так боюсь не успеть упустить, потерять. Но красивы и живы пока, и смеемся, пуская трамвай, как ему сумасшедший, он голубем хочет над площадью мокрой летать. Где-то посредине нас качает, как на льдине, заметает в их метели, хотели, не хотели. Снова все с нуля начнется, все вокруг перевернется. Сверху море, снизу небо, эх, подал бы руку мне бы кто. Эх, подал бы руку в небо.